Арсенія Щиголь, членкиня організації Національного руху за трансплантацію. Перенесла лейкоз, 24 хіміотерапії, ускладнення на серці і пересадку серця в Індії. Активно бореться з міфолюбителями чорної трансплантології. Автор статті і інформаційний волонтер. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Дуже коротенько познайомилися ми з вами у візитівці. Ви зараз в Національному русі за трансплантацію, але перш ніж хотіли почути вашу історію, вашу життєву історію. Будь ласка, вам слово. Ну, ізначально мій путь почався в 2012 году. Мені поставили страшний діагноз – острий лейкоз, це рак крові. Конечно, было отчаяние, слезы, ну, словами не передать эти ощущения. Но мне повезло, я встретила на своем жизненном пути такого прекрасного доктора, как Никулина Станислава Владимировича. Он мой лечащий врач, и он быстро, как говорится, установил диагноз, назначил лечение, и мы приступили, скажем так, к очень долгому лечению. Это 2 года, ежемесячные курсы химиотерапии. Было тяжело, сложно, но он поддерживал меня, и вот благодаря такой поддержке, поддержке близких, родственников, семьи, мне удалось победить рак и обойти трансплантацию костного мозга, скажем так. Но были, конечно, и планы на дальнейшее, будущее, но они немножко... Трішечки, скажімо, здвинулися. Так, немножко, так, здвинулись, і серце моє не витримало стільки курсів хіміотерапії, і мені поставили новий діагноз – це дилатаційна кардіоміопатія, де єдиним виходом – це тільки пересадка серця. К сожалению, в Україні… В Україні нині такі операції не роблять, наскільки я уявляю. Так, совершенно верно, так. І єдиним виходом для мене – це була пересадка серця в Індії. Чому непосредственно в Індії? Тому що так як я бывшая онкопацієнт, то опыта лечения, наприклад, ну, очень мало. І мене взяли індійці. Ну, вас якось направили туди? Чи ви самі в інтернеті шукали контакти лікарів, щоб зв'язатися? Ну, скажімо так, це була совмісна робота спільно. І сама, і направляли, да, то есть ми тщательно вибирали клініку, ну і не ошиблись. Вот, з мужем ми улетіли в Індію. В якому році це було? Це в 2017-му. Да, в маї ми вже були, в початку мая ми прилетіли в Індію, мене обслідували, твердили диагноз, и 10 августа 2017 года был звоночек, да, и мне пересадили индийское сердце. Да, я читала деяку информацию, что вас называют жінка с индийским сердцем, да, так? Да, совершенно верно. Вы знаете, кто ваш был донор? Вы с ним спілкувалися, кто это был? Ну, мне сказали по секрету, это 17-летняя девочка, которая, к сожалению, погибла в автокатастрофе, и я благодарна ее родным, которые дали согласие на пересадку ее органов. И мне досталось вот ее сердце, и, скажем так, она продолжает жить дальше во мне. Я зрозуміла, коли ви повернулися на Україну і взагалі який довгий був шлях реабілітації? Я знаю, що безумовно він і зараз триває, що це постійна дія, але все ж таки. Ну, самый тяжелый это был вот первый год, потому что нужно научиться жить с новым органом. Во-первых, это постоянный прием иммуносупрессивной терапии, она пожизненная. Конечно же, бывают некоторые сбои, но, скажем так, это мелочи, с этим можно жить. Но уже второй год он уже стал более лучше, я стала более активной. Вот, и поэтому... Так, на даний момент, да, все хорошо. Так, я дуже рада за це, і всі раді, і всі телеглядачі, і ви дуже гарно виглядаєте, дійсно, ви дуже активно, у вас є енергія в очах, і у вас дуже багато є ідей, і от ви є членкинею, так, Національного руху за трансплантацію. І у вашій візитівці було сказано, що ви боретесь з міфолюбителями чорної трансплантації. Що ви маєте на увазі? Це друге питання. Перше, що це взагалі за рух такий, за трансплантацію? Ну, изначально создатель этого движения, то есть Национальный рус за трансплантацию, его создал Юрий Андреев. В 2016 году он стал бороться за пациентов, которым требуется трансплантация, так как он сам является пациентом. У него апластическая анемия. Он сейчас на данный момент находится в ремиссии. Ремиссия – это когда болезнь спит. Спит, но... Але потім вона набирає більший ход. Вона в будь-який момент може проснутися, і йому також в якесь час
может понадобиться трансплантация. Поэтому он активно поддерживает пациентов, которым нужна uh-huh. пересадка либо органов, либо костного мозга. Вот. Ну вот, собственно, так и получилось такое движение. Да, мы уже как пациенты, которые перенесли, скажем так, такую сложную операцию, мы его поддерживаем во всех начинаниях uh-huh. и стараемся активно тоже помогать пацієнтам. Тобто, да, люди, яким варто робити пересадку, вони можуть звернутися, отримати, да, конечно, в першу да. чергу, моральну допомогу, психологічну, якісь контакти. Да, 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 да. Uh-huh. Тобто, в основному, как бы, это і інформаційна допомога, і підтримка. Что да, дуже важливо, да, очень важно, да, потому что операция на самом деле очень сложная, и люди боятся. Боятся и спрашивают, что будет дальше, как вы живете. То есть вот такие вот моменты, вопросы, да, угу. когда человек особенно не связан ни с благотворительностью, ни с какими-то такими вот видами деятельности, то для него это вообще что-то, ну, заоблачно. Так, це якийсь тунель, да, в якому опиняється людина і не знає, куди йти далі, що робити. Здається, що життя, воно все припинилося. Але насправді ми бачимо, що все далеко не так. Чорна трансплантологія. Що це за боротьба? У вас з любителями цього поняття? Взагалі епопея цієї трансплантації, так, на максимально хвиля, да, з травня 17-го року, коли хотіли приймати закон, що пробили операції, трансплантували в Україні, але цього не роблять. Прокоментуйте, будь ласка. Ну вот когда, да, когда приняли закон о трансплантации, да, то, конечно, немножко это сколыхнуло, скажем дуже так, да, всю страну, было, да. Вот. Но на самом деле в этом ничего страшного нет, и люди сразу начинают думать, что будут воровать людей, что будут воровать деток, да, на продажу органов. На самом деле этого нет. То есть сама операция по трансплантации органов, это очень все сложно. Так. То есть это должна быть и реанимация, это должны быть анестезиологи, аппаратура, ну то есть должны быть реестры, реципиент-донор. То есть донор должен идеально подходить реципиенту. Так, это и группа крови, ага. это антитела. Ну то есть вот такие вот моменты, которые, то есть сразу же, так как у нас в стране существуют такие вот военные действия, да, то сразу первый вопрос – это АТО. То есть наших бойцов, да, будут там продавать на органы. А вы же не можно по закону. Нет, детей, воинов. То есть воинов АТО, детей, которые сироты, которые находятся в детских да. домах, угу. да, их нельзя брать органы. Людей без определенного места жительства также, то есть… Ну и на самом деле, как бы, то, что говорят, что детские органы будут пересаживать взрослым, это тоже миф, это потому миф, да. что, да, потому что детский орган, и, например, так, там да. человек, у которого 150 килограмм, да, скажем так, то, ну, оно… Ну, никак просто не подойдет. Так, так. А лишь украинские специалисты могут работать конечно, операции. Конечно, конечно. И мы этого добиваемся, так, потому и... что на самом деле наши пациенты вынуждены ехать за границу. А это колоссальные деньги. Так. То есть вот пересадка сердца стоит 100 тысяч долларов. Почка 70. Трансплантация костного мозга это 120 тысяч долларов. Печень 124 и легкие порядка 150. Угу. Также есть еще органокомплекс, сердце угу. легкие. Угу. То есть там тоже где-то вот цена плюс-минус 150. Мало того, что пациенты еще должны жить долгое время за границей, потому что они должны ожидать органа непосредственно там, потому что сам орган живет очень мало времени. Так, угу. И нужно успеть прилететь, приехать, да, а в основном это Белоруссия, Индия, Польша, Турция. Ну, как бы есть некоторые другие страны, которые пересаживают костный мозг. Вот, поэтому мы, конечно же, мы хотим, чтобы наших пациентов спасали в Украине. У нас есть специалисты, есть врачи, которые умеют, которые готовы, но у них связаны так. руки, да, и наше министерство, к сожалению, как-то вот эту... На жаль. Да, не хочет так, развивать, да, в данном... Ще один інфоповід, з яким ми сьогодні зібрали у Ранковій студії, це акція, яка відбудеться вперше. У Миколаєві буде висаджено дерева «Алея життя». Декілька слів про цю акцію. Ну, смотрите, акція жизни – это, ну, скажем так, такое понятие символическое, то есть... Дерево – это как символ, то есть вот небо и земли, да, это угу. соединение. В нашем случае это яблони, это яблоки, которые зарождают новую жизнь, да, угу. так же самое и мы пациенты, которые вот донор нам там либо жертвует свой орган, либо это
трансплантация костного мозга, это кусочек там, да, частичку себя, вот, и это будут доноры, это родственники-доноры, которые поделились каким-то парным органом, этим же спасли жизнь своему близкому человеку, это доноры, которые при жизни завещали свои органы, и мы хотим сказать вот в такой акции им спасибо, спасибо за их милосердие, и наших пациентов в основном спасают за границей. Поэтому мы также хотим сказать спасибо это и немцам, полякам, белорусам, даже индийцам. Ну вот, то есть во мне индийское сердце, поэтому, конечно, слова благодарности их донорам, родственникам, которые согласились пожертвовать органы своих близких. Так, вот. Але їх висаджують і в Європі, в Молдові, а от нещодавно в Києві з'явилось, 14 яблунь, якщо я не помиляюсь. Относительно недавно це було в Молдавії, вот наші представители є. Ездили. 3 ноября такая акция прошла в Киеве. Я, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла поехать, хотя очень хотела, и были билеты, да, пришлось сдать, к сожалению. И я долго думала, и возникла такая идея, почему бы не создать такую аллею. Вы организатор этой идеи, потому что я бачу, вам дякуют на официальном сайте за трансплантацию, Юрий Андреев, те, что вы инициаторка цього. Вот, и создать такую аллею жизни у нас в Николаеве. Я долго думала, где ее создать, и возникла идея, что почему бы это не будет областная больница, так как там есть, во-первых, отделение гематологии, нефрологии, отделение диализа, а диализ – это пациенты, они 3 раза в неделю ходят на диализ, так, и это очень, конечно, для них и мучительно, и глядя на эту аллею жизни, на эти деревья, то есть у них появляется надежда, что… И вера, что жизнь после трансплантации есть, что мы живые, мы активные, мы живем обычной жизнью, как живут все остальные люди. Ну да, там есть некоторые ограничения, но они абсолютно не влияют, скажем я так. Да. Щиро вам дякую. Це вже, ця акція відбудеться вже 10 листопада цієї суботи. Ксенія Щеголь була у нас в гостях. Друзі, своїм досвідом, своєю історією, своїм натхненням показала, що якщо ти хочеш жити, знаєте, от є такий вислів, мені дуже подобається, якщо пацієнт хоче жити, то лікарі безсилі. Ну, от трішечки десь вона близька до ваших історій. Дякуємо вам.